здесь немножко заслоняют, вот это так сделано специально. Потому что когда человек смотрит, он, ему трудно воспринимать ваш текст, хотя он очень сильный. Понимаю, да, но это не специально. Пока ребята победили нас. Но я думаю, это ненадолго. То есть музыка, я думаю, вырулит, и свет вырулит, и все будет нормально. Мы, вот, главная задача этой программы как раз какую-то такую, такой напряг создать между музыкой, словом, видеоартом и светом. Я думаю, мы этого добьемся к примеру. Следующий, да. Юра, вот такой вопрос. Большое спасибо, во-первых, от всех нас за эту замечательную генеральную репетицию. Спасибо. А как пришла идея сделать такую генеральную репетицию? Это же уникальный проект, такого никогда не было. Никто не делал, мы идеалисты. Так, за месяц до премьеры, зачем вам это надо? Вот предысторию расскажите, пожалуйста. Ну, мы подумали, тут очень много друзей, мы подумали, что у нас будет серьезно, и уже на репетицию приходило много друзей, и это очень нам поможет в работе над этой программой, потому что мы уже настолько внутри, что порой уже даже мало понимаем, Алеша, куда идти и что делать, и кто виноват. Но мы поэтому вас не ради там какого-то пафоса, программа еще не готова, но пригласили вас именно поэтому. Я думаю, в кулуарах мне все скажут, все за и против, и все мы скажем тоже. Это как раз нам очень нужно. Очень нужно, потому что эта программа делается. Ну, альбом, а кстати, Козин, Лёша, хоть пластинку мы показали. Только что вышел новый, ну, покажи, вот, новый альбом. Только что, да, хорошо, да, вышел. 28 треков, и я, да, иначе, и ПС. Покажи еще, Саша. Вот, вот, новый альбом, да. Ну, сейчас, наверное, принесут, вы можете... Ну, такие дела. И над видеоартом я долго искал художников, нашел в Киеве, потому что, не знаю, больше в Москве не нашел, в Питере такую силу тоже не нашел. Ну, в Киеве хорошо, там ребята хорошие, у них нефти нет, они думают, работают. Нормальные корпоративные ребята, молодцы. Ну что еще, давайте вопрос. Да, нужно еще музыка? Да, там за руку, скажите, пожалуйста, а вы на премьеру пригласите вот этот один Путин? Я всех политиков сегодня пригласил, но пришло только несколько ребят, и все. Нет, на премьеру придите. На премьеру? И мы рады всем. Если Путин придет к нам на премьеру, а не мы к нему на премьеру. Будет нормально. Видите, замечательно. Разница есть, да? Есть, да. Замечание, делать не обидитесь. Ничего подобного.